приветики, с вами Ольга, я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви, мои дорогие. И сейчас мы в предновогоднем настроении, у меня тут везде елки, даже на груди, на плече. Ну и, конечно, наша моя елочка такая вместе с Презеппи, милое дело, потому что предпраздничное настроение. И сейчас в Италии очень-очень-очень многие вешают еще Дед Морозов на балкон, которые типа должны нести подарочки, и это, я считаю, очень правильно. Мы тоже одного из них повесили. Пусть подарочки несет миленький такой. А сегодня я хотела сказать, что очень-очень мало нужно для счастья. Такие вот маленькие радости прям присутствуют в жизни. Я сижу вторую неделю на карантине, для тех, кто еще не знает. Потому что после России обязательно нужно сидеть 14 дней на карантине. Но там тоже есть такие маленькие хитрости. Потому что у меня подруга такая, она взяла и оставила телефон дома и пошла в супермаркет, потому что по GPS определяют, человек сидит дома, а на самом деле человек гуляет ножками. Ну да ладно, это хитрость. Я сижу дома, мне нравится, потому что погода не очень, Винченцо снова пошел за продуктами. Но какие у нас маленькие радости. Сегодня ночью мы наконец-то спали с батареями, которые уже работали. Вчера наш Супер Марио, гранде, здоровый такой, я вам покажу, как он работает. Это пух-пух-пух, он одновременно похож на Супер Марио, потому что его и зовут Марио. Он одновременно похож на Винни-Пуха и на медведя вообще. Любого медвежонка такого. Совершенно он такой безобидный, но не пунктуальный. И мы, когда его ждем, он говорит, например, в 9 часов утра приду, а приходит где-то в 5 часов вечера, может, и в 9 часов вечера заявиться. Но потом он работает, и вчера он ушел, миленький такой, аж в 11 часов вечера. Но зато мы спали с батареями уже включенными. Сегодня он придет, доделает там какие-то маленькие штучки, но главное, что у нас сухой воздух, и я вот немножечко в таком тын-тын-тын. Не в таком, как обычно, чуть ли не в этом джуботте, а сегодня в такой легкой кофточке. В общем, весело, тем более, что у нас и Дед Мороз висит на балкончике, который подарочки несет. И еще мы купили лампу, которая очень хорошо светится, типа дискотечный вариант. Всем вам советую, я вам еще раз покажу, как она работает. Здорово, потому что так весело получается. Главное, лампочку воткнул, вкрутил, она сама по себе крутится, сами по себе огоньки мигают, не нужно их развешивать по всему балкону. Хоть на одном балконе у нас и огоньки есть, а на другом вот эта вот лампа висит. И там у нас праздник чувствуется, и Дед Морозик лезет, миленький такой. Хотела вам сказать, что Рождество в Италии будет в этом году самое странное из всех. 25 и 26 никаких передвижений абсолютно не будет по Италии. То есть ни в аэропортах, ни на железных дорожных путях, ни автобусах, никаких передвижений. То есть хотели сказать, что 25 и 26 на Рождество и на Санта Стефано, Святой Стефан, должны люди сидеть дома, потому что это огромный праздник, Рождество, и все даже супермаркеты на Рождество бывают закрыты. Поэтому нельзя сказать, что я пошла в супермаркет за продуктами. Нет, здесь этого не прокатит. Поэтому 25-26 все должны сидеть дома. И запастись продуктами основательно, и панеттончиками тоже, нужно предварительно. Поэтому нужно сидеть вкусненько есть, разжигать каминчик или печечку, как у нас. Вон она такая печечка. Ну, неважно, кто что будет делать, мы, может быть, будем делать барбекю и так далее. Главное, чтобы был миленький рядом. Поэтому всем желаю вам любви. И если у кого нет какой-то второй половины, нужно срочно ее найти до Рождества и Нового года, потому что с этим карантином сидеть дома в одиночестве совсем не интересно. А у меня получилось так, что вчера Супер Марио с Винченцо делали батареи, а я такая миленькая, хорошенькая, разожгла себе печечку. И сюда вот села на мое кресло-качалку, вот такое-то оно у меня. Включила себе такой вот фильм русский, какой-нибудь такой ближе к комедии, но я люблю детективы и одновременно комедийные.
наушнички себе в уши воткнула, и милое дело, они там работают, а я наслаждаюсь. И самое интересное, что я очень-очень люблю мандарины, потому что сейчас запах мандарин – это практически запах Нового года, дорогие мои, и они очень-очень полезные. Еще и они убивают все вирусы. Потому что где-то моя мама вычитала в каком-то интернете, что корочки мандариновые можно заварить как чай и пить эту водичку, и все микробы убиваются. Кажется, ерунда, но это тоже работает. Вот еще один лайфхак в связи с мандаринами и новогодними праздниками. Это очень выгодно, надежно, и главное, что это все натурально. Ну, в общем, все, заговорила я вас, мои хорошие. Главное, чтобы радоваться жизни. Радоваться жизни на карантине, без карантина. Главное, что новогоднее настроение у нас присутствует. Елки мы наряжаем, огонечки мы вешаем. Едим вкусную пищу и пьем вино и шампанское. Люблю вас всех, мои хорошие. Ура! А вот и наш Супер Марио миленький такой. Посмотрите, как он похож на нашего медведя. И прям Винни-Пух и медвежонок в одном флаконе. Короче, вот он такой добрый. Винченцо за ним подсматривает, облюдет порядок. Конечно, один работает, второй обязательно должен порядок соблюдать. Это всегда так. А я спокойненько возле печечки сижу себе фильмики сразу, самые разные смотрю, и мне весело и хорошо. Наушнички вставила, и красота. А вот и...